Важливий погляд на життя в передачі Духовні поради. Усі ми чули фразу люби ближнього як самого себе. Але що це означає, як правильно любити ближнього, і як правильно любити самого себе? Чи потрібно це де різниця між любов'ю до себе та егоїзмом? Сьогодні про це поспілкуємося зі священником, кандидатом богослів'я, психологом, багатодітним батьком Антонієм Демиденко. Антоніо, доброго дня, доброго дня. Антоній також є автором книги, яка так і називається Люби ближнього як самого себе. Ми сьогодні її будемо розігрувати в прямому ефірі. Тому, друзі, коментуйте, пишіть ваші запитання по темі, і автор найкращого запитання отримає цю книгу у подарунок. Антонію, що вас надихнуло написати книгу на тему Люби ближнього як самого себе. Ну, в первую очередь, наверное, священнический опыт, потому что... Если можно, ближе до микрофона. Так, так, краще. Так. Дело в том, что, знаете, когда общаешься с людьми, особенно если это большое количество людей, мало-помалу начинаешь видеть, отсеивать как бы второстепенное, видеть главное. И вот задача священника заключается в том, чтобы увидеть боль у человека – и помочь человеку избавиться от этой боли. По сути, вот исповедь и душепопечение, которое совершает священник, это как раз исходит из, этой, из этого понимания, чтобы увидеть грех, который в человеке проявляется как вред самому себе, как боль, наносимая в первую очередь самому себе. Потому что если грех даже и а, ты совершаешь по отношению к другому человеку, то первый, кто от этого страдает, это ты сам. И вот эм, задача священника найти это ну так как знаете, это уже такое слово крылатое, корень зла найти, угу. да, э, найти корень зла и помочь человеку избавиться от этой боли. И именно эм, этот процесс, этот мой опыт и помог, ну как я считаю, найти корень зла. Корень, с одной стороны, корень зла, а с другой стороны начало всякого добра, и это начало этого всякого добра находится в словах самого Иисуса Христа. Сам Иисус Христос сказал о том, что есть две главнейшие заповеди, которые вбирают в себя всю ценность и весь смысл священного, всего священного Писания. Это «люби Бога всем сердцем, всей душей, всем помышлением и «люби ближнего как самого себя. Сам Христос сказал, что на этих двух заповедях зиждется весь законный и пророки. И именно непонимание этой заповеди и является источником всякой боли, и всякого вреда и всякого греха. Угу. Тобто, ви, як священик, зі свого досвіду можете стверджувати, що якщо людина буде виконувати цю заповідь, любити ближнього, то тоді не буде ніяких гріхів і ніяких проблем у людини. Я можу як священник те, що збиваються слова Ісуса Христа, а те, що це дійсно головніша заповідь, і що дійсно виконуючи її, ти виконуєш все. Весь закон и действительно не исполняя эту заповедь, ты уходишь там, как говорится, breaking bad, во все тяжкие. Mm -hmm. Друзі, я нагадую, що ви слухаєте програму Духовні Поради. Сьогодні у нас в ефірі священик Антоній Демиденко. Ми розіграємо книгу Люби ближнього як самого себе. За найкращий коментар або запитання у нашому ефірі. Ви можете отримати цю книжечку у подарунок. Тому пишіть нам запитання під нашим стрімом на сторінці Фейсбук. Якщо ви дивитесь нас нас там, також можете нам телефонувати у нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. Також свої запитання та коментарі ви можете писати нам у Viber і Telegram за номером 099 228 28 08 099 228 28 08 Повернемось за декілька секунд. Важливий погляд на життя в передачі духовні поради. Отець Антоній, у чому сенс любові до себе? Адже ми кажемо люблю до багатьох речей, навіть у передмові до вашої книги ви теж пишете, що е, любити ми можемо ковбасу, любити можемо маму, любити можемо Бога. А як любити себе? В чому сенс любові до себе? Так, да, ви бачите, ну в першу чергу, ми сталкиваємося з дуже ограниченістю нашого язика. От українська мова трошки вона краще і ширше. тому до речі Кохаю. да тому до речі хочу сказати що я більше ніж півроку перекладав свою книгу на українську мову я користувався досвідом професора української мови з інституту української мови і коректор коректори мені допомагали тому у нас буде дуже шикарний переклад він опублікується десь через місяць угу. Ми вже можливість, чекаємо. буде можливість придбати так, але в українській мові є більш вона, більш вона багата українська мова, аніж російський язик. І там я й кохаю, і люблю. Але ж все одно ці кохаю люблю, грецька мова все ж таки більш ще краще. Там є цілих чотири вирази з приводу кохання. Це і Агапа, і філіо, і. Філіо, і... А эротик, эротика, то есть, э, есть разные э, типажи любви э, там, к родителям есть любовь, есть э, вожделение, любовь сексуальная, есть э, любовь. <coughs> ну, короче, нельзя сказать: люблю колбасу и люблю Бога. А в нашем языке, к сожалению, так можно сказать, и угу. это затрудняет, конечно, ответ. Но э, если опять же вернуться к той заповеди, к ключевой заповеди э, всего священного писания, то мы можем заметить интересную зависимость. Э, дело в том, что э, там подряд стоит три утверждения. Люби Бога, люби ближнего и как именно люби ближнего, как самого себя. Э, и в иерархии ценностей любить Бога ⁇ это на первом месте. Любить ближнего на втором месте, а любить себя на третьем месте. Но а, если посмотреть а, взаимосвязь этих заповедей, то мы из священного Писания можем найти такие слова Иоанна Богослова, который говорит, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь брата, которого видишь. А, то есть а, апостол а, ставит любовь к Богу в зависимости от любви к ближнему. А, ты не можешь приватизировать любовь к Богу. Ты можешь любить Бога только через ближнего. Только через ближнего ты можешь доказать свою любовь к Богу. И как ты можешь любить ближнего, если ты не знаешь, как любить самого себя? И только тогда, когда ты понимаешь, как именно правильно любить себя, только тогда ты начнешь и сможешь любить ближнего как самого себя. И только когда ты сможешь любить ближнего как самого себя, только тогда ты сможешь полюбить Бога, которого не видишь. Угу. Когда любишь твоего брата, которого видишь. И так, логика и взаимосвязанность этой заповеди оказывается начинается с одного главного. Любить себя. Как любить себя? Действительно, это вопрос на миллион долларов, как говорят. Как это делать правильно? это не переросло в эгоизм. Да, мы видим на каждом шагу призывы любить себя, и христианин не может согласиться с тем, что все эти призывы правдивы и истинны. Порой нам, нас приучают потакать своим страстям. Порой нам говорят о том, что вот там любой свой грех возьми и там его до статуса потребности и удовлетворяй его изо всех сил. То есть заботься только о себе, думай только о себе. Но является ли это действительно любовью к себе, когда ты потакаешь всем своим слабостям? Или все-таки любовь к себе исходит из своей силы, вы знаете, многие люди ко мне на исповедь приходят и говорят о том, что они делают вещи, которые не хотят, но которые должны делать. И я обычно людей спрашиваю, а правда ли это? Действительно ты ли их эти вещи не хочешь Еще делать? Что это, например, может быть? Ну, например, ну, возьмем пример такой, какой-нибудь очень простой, который на исповеди обычно не обсуждается. Скажем, мне, например, надо на ночь тортика поесть угу. а, или, скажем, воздержаться и лечь спать немножко с таким легким чувством голода. Как лучше? И вот а, люди говорят, нет, я же должен, например, там, ну не знаю, поститься или, скажем, фигуру свою соблюдать, у кого какие принципы в жизни. И а, поэтому, раз я должен, значит, я не буду кушать, хотя хочу. Но если разобраться, на самом деле ты хочешь э, оставить что-то меньшее, что-то малозначащее, но всегда ради более значащего. Или, например, у тебя есть тоже там э, больше выспаться сегодня утром, или пойти на зарядку, или, скажем, встать пораньше и помолиться Богу. Да? Вот опять же, две вещи, которые ты хочешь. Что выбрать? То и тот ты хочешь. Э, но ты, бывает, себя переосиливаешь, потому что ты хочешь достичь более ценного, и для этого ты оставляешь менее ценное. И когда мы следуем за благом, всегда наблюдаем эту иерархию ценностей, да? то есть мы видим, вот это большее благо, а это меньшее благо. Я оставляю меньшее благо ради большего. Это и есть настоящая и правильная любовь к себе. И она выражается в воздержании, иногда в посте, иногда в ограничении каких-то своих меньших потребностей, чтобы удовлетворить большие. И вот по сути это и есть то, о чем Христос говорил, что если кто не погубит души своей ради меня, то тот не обретет ее. Только погубивший душу обретет ее. То есть только тогда, когда мы оставляем нечто менее значащее, то есть в чем-то себя ограничиваем, только тогда мы сможем достичь каких-то действительно больших и хороших результатов, благих результатов. Поэтому подлинная любовь к себе, она основывается на непрестанном анализе, на непрестанном познании самого себя, что для меня высшее благо прямо сейчас. Угу. И это настолько уникальный опыт, настолько индивидуальный, что невозможно сформировать никаких правил. Я в своей книге об этом неоднократно говорю. Нет правил ни для кого. Вот ты сам должен почувствовать, что для тебя более благое, а что для тебя менее благое. То есть, если я себя в чем-то обмежу, то это тоже может быть любовь до себе? Ну, это да, это именно и есть любовь к себе. То есть, это не все дозволено, только цель должна быть. Ради чего я, я воздерживаюсь? Да? Мы помним из деяний апостольских, были такие там люди, которые хотели апостола Павла убить. И они говорят, вот мы будь, ничего не сидим, пока его не убьем. Помните такое угу. было в да, деяниях? Но это воздержание, оно не имеет смысла, да? То есть, если я воздерживаюсь, ну или скажем, если это воздержание ради каких-то там, выглядеть как-то там заманчиво там, и так дальше. То есть, всегда важна цель. Любовь к себе, она начинается с того, когда я правильную цель себе поставил. Для чего я это делаю? Почему? Какой в этом смысл? Только с этого начинается любовь к себе. Когда я не вижу подлинного смысла, когда я себя не знаю, это не любовь к себе, это самообман. Это может быстро перерасти в эгоизм как раз. Угу. То есть, варто задумываться еще на какую-то долгострок... долгостроковую перспективу, и все действительно будет мне на користь. Те, конечно, что я делаю. конечно. Ну вот представьте себе, что ваше тело, это, скажем, автомобиль. И вам дан автомобиль на всю жизнь, один. Вы не сможете его через год поменять. У вас одна жизнь, не несколько жизней. да? И как вы будете заботиться об этом автомобиле? Как вы масло в нем будете менять? Как вы будете там следить, чтобы он вам всю жизнь прослужил, этот один автомобиль? Конечно же, вы не будете на повороты газовать, потому что знаете, что он развалится. Ну, кому еще разные автомобили, каждому дан. То э, чи треба любить себя. Но более того, если мы себя не будем любить так, как нас любит Бог, мы не сможем спасти свои души, и мы не сможем ничего хорошего в этой жизни достичь. Угу. Э, более того, э, не любя себя, мы открываем дверь для всех грехов. Э, у меня есть целый раздел, второй раздел моей книги так и называется: ненавидеть ближнего как самого себя. Потому что а, когда любовь к себе отсутствует, а ее место занимает ненависть к себе. И эта ненависть к себе разрушает не только меня, но и ближнего моего. Она транслируется абсолютно на всех. Угу. Чи можете вы привести несколько примеров, чтобы было понятнее, як проявляется любовь до себе, як проявляется не любов до себе? Ну, э, знаете, вот когда ты видишь человека здорового, телом, хотя бы телом. Это уже признак того, что он думает о себе. Когда ты видишь человека, у которого внутренний баланс, который в мире сам с собой, который его не раздирает внутренние конфликты, который в первую очередь спокоен, расслаблен, ты понимаешь, что это пример по сути любви к себе. Дело в том, что принцип святости он как раз основан на максимальной благочестивой любви к себе. То есть человек любящий себя по-настоящему благочестиво, не, не так как эгоисты это делают, да? Мы может еще поговорим об этом. А вот именно правильно благочестиво с точки зрения евангельской любящий себя человек, он это есть святой. Если же внутри у нас дисбаланс, война идет против себя, если человек там внутри, как рак, щука и лебедь, раздирает в разные стороны, вот по сути, как апостол Павел говорил, что я хочу одно, делаю другое, бедный человек, говорит апостол Павел, ну он по сути у нас у всех есть это, так сказать, Адамов грех, да, то есть гордыня, которая раздирает нас изнутри. И вот если человек ненавидит себя, он находится постоянно в внутреннем стрессе, внутренняя война. Он беспокоен. Иисус Христос, помните, он в Евангелии от Матфея говорит, что придите, научитесь у меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и вы обретете покой душам вашим. Вот важное, важное следствие любви к себе – это покой в душе, истинный тихий покой. И дальше он говорит, тоже очень важные слова, потому что иго мое благо, и бремя мое легко. Вот многие ссылаются на то, что христианство ⁇ это слишком сложно и тяжело. Это слишком как-то не для меня. Это может на старости, уже когда все страсти утихнут. Вот тогда, ну, как, кстати, Августин, помните, он так, блаженный Августин, он так молился, Господи, убери от меня там сексуальную страсть, но не сейчас. Ага. Да. цикаво Да, да. Ну, исповедь почитайте Блаженного Гостина. Вот, поэтому многие считают, что, знаете, христианство это для каких-то там суперменов. Или там наоборот для каких-то там еще других людей. Ну, не для меня, по крайней мере, так вот. Потому что там нет сил, все страсти, то, то, пока, пока не время. Так вот, Господь говорит, что в нашей природе человеческой заложено желание приносить себе благо, заложено желание делать для себя хорошо, делать себе добро. И как раз эта заповедь говорит о том, что любить себя это исконно находится в нашей природе, созданной Богом, ведь наша, мы созданы богом и наша ключевая склонность- это стремиться к святости стремиться к этому внутреннему покою, гармонии, э, миру с самим собой и с Богом, и с этим миром. И э, как можно говорить, что, э, скажем, счастье — это не для меня? Как можно так говорить? Так именно и рождается ненависть к себе. Так именно и начинаются саморазрушительные тенденции. Самобичевание. Да, саморазрушительная тенденция. Грех — это разрушение. Это... Э, болезнь — это вред, как можно думать, что вот сейчас лучше я поболею, а здоровый на старости буду? Это вот как раз непонимание самого себя. Только это может и, и христианство не понимать. Только это может нас э, привлечь к греху. Когда я выбер сделать э, добре собі, або ближнему, что выбрать? Вот, э, знаете, я когда читал книгу, я перечитал Этику Аристотеля, я перечитал э, разные другие этики, христианские этики, разные философов перечитал, там, того же Канта и так далее. Вот, э, у каждого своя этика. Я, я перечитал Фому Аквинского, с его, там, значит, он, чтобы вы понимали, у него там есть там с десяток вопросов. Кого нужно больше любить? Отца, жену, детей, врага. Кого больше нужно любить? Кого предпочитать надо? Детей больше любить или маму? Угу. или Маму или отца больше нужно любить? Кого больше? И вы знаете, он находит, конечно, ответ на эти все вопросы. Но я считаю, мы должны подняться чуть выше, чуть выше над этим мировоззрением и сказать, что невозможно найти усредненную этику для всех. Не существует среднего человека и не существует средней этики. Каждый человек — это совершенно неповторимая уникальная индивидуальность. И именно тебе нужно любить ближнего как самого себя. Именно ты совершенно уникальный. Именно ты в каждое мгновение своей жизни ты должен этот вопрос для себя сам решать. Это очень важно. Господь э, говорит следующее в Евангелии, что э, у, вас, у каждого есть помазание от Духа Святого, и оно учит вас. Это не шутка, это правда, так и есть. І в кожній жизни житті ми повинні познавати себе і э, знаходити, а що зараз для мене є більш важным, більш благим. Не з двох зол выбирать лучшее, а з двох видів добра вибирати лучше. Вот це должен делать християнин. Окей. Okay, приклад. Якщо я голодний, мій друг голодний, в мене є один банан, що мені ліпше зробити? любящий себя съесть самому цей банан, или отдать другому? Вы знаете, я когда готовился к своей книжке, первое, что я начал изучать, это равеннистические исследования из книги Левит. Впервые там было сказано «Люби ближнего, как самого себя», книги Левит. И были там такие вплоть до того, что, например, два человека в пустыне, есть один стакан воды. И, значит, Идея в том, что если я выпью этот стакан воды, умрет он. И это как будто бы грех убийство. Угу. Если мы пополам разделим, нам обоим не хватит. Ну, так построена эта притча специально, значит, нам этого не хватит. Вдвоем мы, мы вдвоем умрем. Если он это выпьет, я умру. И вот они вдвоем стоят и говорят: а как правильно, как какой выбор сделать? По сути. Богу не угодно, чтобы кто-то из нас умер. Ни я, ни он. Угу. И знаете, ну, в жизни очень часто складываются такие ситуации, когда, э, по сути, выбор и нельзя сделать правильный до конца. Но вот э, у меня случались такие вот э, истории, когда люди, э, ну, действительно, когда вот есть предсмертный... Э, э, ну, то есть вот люди обречены на смерть скажем я с такими людьми общался и ну например операцию им стоит операцию сделать которая э, вопрос жизни и смерти и, и если они говорят да они могут умереть если они говорят нет они тоже могут умереть и в данном случае я считаю что э, волю божию э, человек открывает не кому-то кому советчику а должен сам человек принять решение в данный момент вот. я не думаю, что тобто история. То есть, прыча с водой, там, або с бананом, как я сказал, она никак не решается. Это и... треба якось то своє відкриття отримувати. Ви знаєте, да, я за то, я за то, чтобы человек а, сам решил этот вопрос. Мне кажется, это предельно важным. А, то есть, ну понятно, что бананы и вода это там шутка какая-то, да. Но если говорить про серьезные какие-то вещи, да, вопрос жизни и смерти мы не имеем права давать совет. И мне кажется, именно об этом моя книга. Она убивает усредненную этику. Понимаете? Ну вот, мы привыкли к тому, что нас всех классифицировали. IQ у тебя такое, там, у тебя это, ты такое, ты такое. Но в реальности это все эти усредненные данные, и в том числе этика, она не дает шанс увидеть за ней реального человека, который настолько многообразен, настолько совершенно непредсказуем, что в разной ситуации он будет совершенно по-разному действовать. То есть, по сути, человек зависит от промысла Божия. В каждом мгновении жизни все может быть совершенно иначе, все может поменяться. Ну, вот, Насчет этого усреднения могу такую интересную, это не притча, это реальность, рассказать. Uh -huh. Когда-то МВС США столкнулись с проблемой. Летчики, истребители начали падать один за другим. Один за другим по 20 самолетов в день падало. Причем самолеты были максимально исправны, и летчики были абсолютно идеальны. И они начали думать, почему такая проблема, в чем дело? А знаете, как кабину самолета создали? Померили тысячу разных, четыре тысячи разных пилотов их габариты и вычислили среднего человека и по ним сделали кабину. И потом, когда начали в обратную смотреть, оказалось, что каждый, абсолютно каждый пилот все до единого, ни у кого нету среднего значения, ни у кого угу. вообще нет ни одного среднего пилота, ни одного. И они начали смотреть, что каждый пилот, который садился в кабину истребителя, а там каждая секунда важна а, жизнь и смерти вопрос. Каждому пилоту было неудобно. И знаете, что они придумали? Гениальная вещь. Они придумали, чтобы можно было сиденье а двигать, угу. чтобы можно было это двигать, то двигать. Так и этика, понимаете? На этих автомобилях так само. Ну, сейчас для нас это кажется, что это так и было начало основания мира. На самом деле это было. И просто из-за этого гибли люди, представляете? Просто из-за этого, что люди не учитывали индивидуальность. Мы не имеем права говорить людям, что тебе сделать с твоим бананом, ну или там чашкой воды. Угу. Не имеем права. Потому что вы точно ошибетесь, что бы вы ни сказали. Зафиксовано. Друзі, якщо ви бажаєте прочитати книгу священника, психолога та богослова Антонія Небеденка, Вам лише варто написати коментар або запитання під нашим стрімом на Фейсбуці, або у наш вайбер та телеграм за номером 099-228-2808, або зателефонувати нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 вісімсот тридцять чотирнадцять тринадцять, нуль Не перемикайте, зовсім скоро. Ми повернемось. Духовні речі завжди поруч. В ефірі Духовні Поради. Говоримо на тему, як правильно любити ближнього і як правильно любити себе. Або навіть найкраще назвати люби ближнього як самого себе. У нас у студії гість священик Антоній Демиденко. Під нашим анонсом є декілька коментарів. Я зараз їх зачитаю і попрошу вас їх прокоментувати. Ірина пише: багато хто трактує цю фразу так: мовляв, треба спочатку навчитися любити себе, а тільки потім ти зможеш любити інших. Але це протирічить тому, що конкретно написано три знаки оклику. Там не написано полюби себе, щоб ти вмів любити інших. Там написано полюби ближнього як самого себе. Тобто себе ми апріорі дуже любимо. І якраз на нашому егоїзмі та самолюбстві і працює маркетинг, і заробляються гроші. Да, дело в том, что, ну, наверное, пришло время про эгизм немножко рассказать, да? Будь ласк. Дело в том, что если мы себя очень сильно любим, как утверждает Ирина, то мы, значит, и любим ближнего как самого себя. Это неизбежные вещи. Это взаимосвязанность этого закона. Мы не можем... Любить ближнего не как самого себя. Мы его можем любить только как самого себя. И э, если бы мы любили себя по-настоящему, ну, смотрите, допустим, э, я христианин, и я люблю себя очень сильно, как говорит Ирина. Это что означает? Это означает, что я хочу себе Царство Небесного. Это значит, что я хочу быть с Богом. Я же люблю себя, правильно? Если я люблю себя, я хочу стяжать благодать Духа Святого. Я хочу находиться в мире с Богом, с собой и с ближним. Я хочу любить ближнего, если я действительно люблю себя. И тут очень важное слово… А как же все земные блага? Что я хочу хорошее житло, хорошую машину, это тоже, семью это тоже. и такие Но Это тоже, но в первую очередь, я говорю, у нас есть иерархия ценностей, да? То есть материальные ценности, они хороши, когда они являются ценностью номер один. А когда ценностью номер один является Бог, стремление к Богу, к благу, к действительно важным вещам, то и это тоже всегда будет тебе сопутствовать. То есть, ну, допустим, возьмем какой-нибудь простой пример. Если ты по-настоящему любишь себя, любишь, значит, ты любишь Бога, и значит, ты любишь ближнего как самого себя. И значит, все, что бы ты ни делал, ты будешь делать добросовестно и с максимальной дачей, с максимальным качеством. Даже если ты сапожник простой, ты будешь делать свою так-работу. А, что к тебе, тебя всем будут советовать, вот смотрите, он так сделал мне сапоги, что просто мне не надо вообще больше никогда к нему возвращаться. Так что я люблю добро свою работу, это означает, что я люблю себя? У тебя да, и у тебя обязательно материальные блага к тебе притянутся, это неизбежно, но это побочный эффект, это не цель любви к себе, угу. вот. А, и, конечно же, здесь будет баланс, а, то, что мы говорили, да, то есть человек любящий себя, он находит баланс не только в себе, но и во всем. Если деньги мной управляют, они мне не нужны, эти деньги. Если я деньгами управляю, тогда это хорошо. Если там, не знаю, какие-то отношения меня разрушают, мне такие отношения не нужны. Но если эти отношения мне созидают и направляют Богу, это хорошие отношения. И так дальше. То есть мы во всем начинаем искать этот внутренний духовный баланс. Поэтому, если, как говорит Ирина, я действительно вот слово «действительно» здесь ключевое, «люблю себя», то я не могу не любить ближнего, как самого себя. То есть я обязательно буду любить ближнего, и я обязательно буду любить Бога. А вот если я люблю себя ошибочно, не по-настоящему, а мне просто кажется, что я люблю себя, а на самом деле что я делаю? А на самом деле приношу себе вред. Вот тут передо мной огромный Тортик это мое любимое высказывание, уже много, много uh -huh. раз говорил. Uh, он очень вкусный, он очень пахнет, он очень приятный. Он такой мням-ням-ням вкусненький. Я беру и весь торт, съедаю. Где тут ошибка? Люблю ли я себя? Вот алкоголик, например. В цей момент люблю, но потом может стать и погано. Если мне становится плохо, от того, что я делал, я не люблю себя. И проблема в том, что я не знаю, что для меня хорошо. Вот в этом проблема. Uh -huh. Я не знаю себя. Древняя пословица философская звучит так: там, она на вратах э, была античного храма, помните: познай себя. И вот если ты не можешь знать, что для тебя хорошо, что для тебя плохо, ты не можешь любить себя, то ты себя обманываешь. Алкоголик считает, э, что ему. Это же апостол Павло писал Тимофею, вникай в себя и в учение. Да. Если э, алкоголик считает, что э, бутылка водки сегодня это величайшее благо для него, потому что ему станет легче от нее. Любит ли себя алкоголик? Или он себя разрушает? На завтрашний день похмелье ему скажет, что-то не так, ты подумал о себе. Ты немножко ошибся где-то. Но он подумает, нет, ты просто сегодня опять мне надо бутылку водки выпить. И вот он уверен, что он любит себя алкоголик. Но это неправда. На самом деле это не так. Он себя обманывает. И мы, христиане, себя очень часто обманываем, что действительно для, для нас является любовью к себе. Які ще можуть бути ще такі, щоб для розуміння найрозповсюдженіші приклади цього обману в любові? Ну, Найбільший обман це егоїзм. От в англійському язиці воно звучить centeredness Очень, Ну там є selfish, а є self-centeredness. Діло в тому, що кстати, от можете я ще скажу такое слово. Я очень много книг вперше перевел на наш язик. с английского. Это мне и профессор с Ельского университета присылал книги, и с Оксфорда, и там еще много разных интересных книг перевел. Они впервые приведены на славянские языки. Поэтому есть много таких интересных текстов, которые совершенно впервые. Да, там. И в связи с этим я забыл, что… Вот такой вопрос. На <laughs> <laughs> А, эгоизм, <laughs> да, self вот вспомнил, вспомнил. То есть эм, это эгоцентричность, вот так вот у нас такое слово есть. То есть когда человек э, изо всех сил… Э, вот дверь нашего счастья, так это Виктор Франкл в свое время говорил, открывается наружу. А эгоцентрист, он все зацикливает на самом себе… И он изо всех сил эту дверь тянет на себя. И не может, по сути, не может... Он, он хотел бы любить себя. И он вроде бы все делает, чтобы любить себя. Но постоянно это приносит ему боль, все больше и больше. Он все тянет к себе. Но не замечает одной поразительной вещи. А той, которая в этой западе находится. И если ты хочешь любить себя, если ты хочешь по-настоящему любить себя, то люби ближнего как самого себя люби Бога, ты хочешь все себе, но ну, найди это снаружи себя. Для того, чтобы тебе любить себя, нужно выйти навстречу другому. А у меня, есть, у меня есть целая глава про то, что выйди навстречу другому, она так и называется. То есть, если ты хочешь а, действительно принести себе пользу и благо, найди эту пользу в руках твоего ближнего, найди эту пользу в служении Богу. Когда ты выходишь за пределы своей ограниченности, вот именно там ты находишь подлинную любовь к себе. Она удивительна, она находится вне нас, но приносит пользу нам в первую очередь. То себя мы априори любим, а не любим? В нас есть тяга и закон, такой божественный закон нашей природы, ведь мы созданы по образу и подобию Божию. Человек всегда старается выбрать хорошее для себя. Всегда человек, даже если человек поканчивает жизнь самоубийством, он считает, что в этот момент для него это будет, скажем, избавлением от той боли, которую он терпеть не может. Будет, скажем, ему кажется, что это благо для него в этот момент. И поэтому мы созданы Богом таким образом, чтобы действительно всегда стремиться к благому, всегда стремиться любить себя. Но проблема в том, что мы на этом пути часто в самом начале спотыкаемся и все делаем наоборот. И спотыкаемся мы как раз на том моменте, что по-настоящему для меня является благом, что для меня добром является, что зло. Вот в этом мы ошибаемся. І только обманув себе, только обманув себе, можна согрішити, можна пойти против любви к себе. Тобто, чи можемо ми вивести, вивести таку цитату, що е, правильно почати любити себе, щоб правильно почати любити себе, треба навчитися відфільтрувати те, що для мене благо. Да, так, це основа. без этого нікуди. Зафіксували. Що робити, коли не любиш ні себе, ні інших. Ну, ненавидеть ближнього, як самого себе. Що ж делать. Ещё? Больше нечего делать. Ну, а, треба вчитися, треба щось в в міняти. мінити. З чого почати? З розуміння того, що ти робиш. делаешь. И мы, опять же, возвращаемся к природе человека. Мы, если что-то делаем, мы считаем, что мы делаем это хорошо. Всякий момент в своей жизни, что бы я ни делал, я считаю, что я это делаю наилучшим образом. Я стремлюсь это делать наилучшим образом. Стремлюсь. Но получается ли это, и действительно ли это хорошо? Понимаете, человек, который ненавидит себя, ненавидит ближнего и всех вообще ненавидит, он считает, что этот мир лежит во зле, и только он, и только он борется за святую правду. Понимаете? И только он является тем истинным правдолюбим, который весь этот мир превосходит. Он считает себя хорошим в этот момент. Ему надо понять, что то, что он делает, это нехорошо. Он, он должен понять, то, что он на самом деле делает. Он должен познать себя. И когда, понимаете, если ты не понимаешь, почему тебе надо грешить, ты никогда не сможешь перестать грешить. Человек думает, что ему надо так поступать, что это и есть хорошо. Поэтому путь к Богу он необратим, если ты понимаешь, что для тебя действительно хорошо, то, ну, то все начинается с осознания своих ценностей, что для тебя важно. себя, ценности, да. угу. вот, э, Михаил пишет нам э, под нашим стримом на Facebook, надо сначала выйти навстречу самому себе. Ну, в общем-то, да, с этого я книгу и начинаю. О том, кто такой я и что значит любить ближнего как самого себя. Для того, чтобы любить ближнего как самого себя, надо понять вообще, кто такой я, что значит себя. Ну, я это кто? Это мое тело или моя душа, или мой ум. Я это моя одежда, моя профессия или там, моя еда. Я это мои молитвы или мои там, скажем, богослужения? Что это я? О чем это? Ну, вот властные виной запытые. Надо познать себя, понятно. А как? Но ну, это некоторое взаимодействие из а, закона Божьего. А, это некоторый опыт жизни. Это наблюдение. Какая моя истинная цель? В, как, вот знаете, я вам расскажу такой анекдот. Как-то идет равин по пустыне. И вдруг там какой-то э, араб или кто я не знаю, с автоматом выбегает, представляет ему автомат к лицу и говорит, ты кто? Куда идешь? Равин такой оп, опешил, встал, говорит, на тебе пару шекелей. Говорит, каждый раз, когда я иду, задавай мне этот вопрос. Ты кто? Куда ты идешь? Каждый раз мы должны себе задавать этот вопрос. Зачем ты это делаешь? Какая подлинная цель того, что ты делаешь? Что, э, что ты преследуешь? А, какие выгоды от тебя, от того, что ты делаешь? Это очень сложный процесс, крайне сложный. И это процесс не на сегодня, не на завтра, а всей жизни. Угу. Мы всю жизнь должны это делать. Мы не можем э, сказать, ну вот даже если помните Алису в стране чудес, да, там Льюис Керролл говорил, что я не могу говорит, вернуться назад, потому что мне придется убить того, кто есть сейчас потому что раньше я был другой, а сейчас я такой. Мы каждое мгновение жизни меняемся. Например, я сегодня постарел на один час. Значит, некоторые процессы во мне изменились. Физиология, психология изменилась. Умственные какие-то вещи изменились. Я что-то новое узнал. А это значит, знаете что? Все, что я раньше для себя предпринимал, как вот, вот это для меня благость Вот прямо сейчас стало все по-другому. Это вызывает иногда у людей чувство беспокойства, иногда это вызывает, знаете, неуверенность какую-то и, и, и сегодня, и в завтрашнем дне. Это вызывает дискомфорт, что этот мир не находится под твоим контролем. Вот многие люди, правда, очень хотят быть богом сильнее, знаете, Хочется и контролировать, контролировать этот мир, да. Но вот и вот это чувство беспокойства многие не любят. Намного проще жить, когда все понятно, все ясно. Все мы это проходили. Вот так жить легко. А когда ты понимаешь, что ты каждое мгновение меняешься, тебе снова все надо узнавать и постоянно mm -hmm. вот этот, этот самоанализ производить. Ведь слово покаяние с греческого языка означает изменение ума. И это изменение ума, как говорил апостол Павел. Помните, преображайтесь обновлением ума вашего. Помните, есть такое место в Писании. Это непрестанный процесс. Это не на сегодня. Это все время. И какого-то универсального рецепта не существует. Это у каждого свой шлях познания себя. Конечно. Это самая прекрасная новость. Все правила, которые существуют, они вам не подходят. Самое лучшее правило написано в ваших сердцах. Ну, чи можете вы поделиться, например, как, как у вас это оце проходило, цей процесс познания себя? Почему проходил? Проходить? Я прямо сейчас это делаю. <laughs> это просто стало нормой жизни. Это не то, что должно было когда-то Ну вот, быть. например, на какие вещи вы звертаете больше, увагу, на какие меньше? Скажем так, я открыл себя и свою душу, и свое сердце, и свою жизнь для изменений. И теперь, да, это было очень дискомфортно, это было очень, скажем, страшно даже. Как это все, что ты знаешь, оно не, не является разве константой какой-то? Угу. Нет, ты все время должен меняться. И я первое, что я в себе полностью переменил, это отношение к этой жизни. Я готов к тому, что все время все меняется. Я готов сам меняться. Каждое мгновение жизни я открыт для божественного промысла. Я знаю, что сейчас я выйду, зайду или сижу здесь, и что-то уже меняется. Я просто дал Богу, сказал Богу «да». Я готов на твои изменения. Угу. То есть любовь до себе это такошь и постоянные изменения. Конечно, это ну вот у меня третья часть моей книги называется «Возрастай любви». Это непрестанный рост. Бог а, — это твой учитель, который берет тебя за ручку, где-то водитель, да, помните, есть такое в Писании. Угу. Он тебя вот как ребеночка в школу там, бэйби там не ведет. Бог тебя за ручку ведет. Просто доверься Богу. Иди с ним. Друзі, я нагадую, що у вас є можливість виграти оцю книгу Люби ближнього як самого себе. Автор священник Антоній Демиденко, який сьогодні гість нашої студії. Для цього лише варто написати коментар або задати своє запитання по темі, як це любити ближнього як самого себе. Можливо, у вас є якийсь приклад, можливо, ви хочете поділитися якимись своїми думками. Ми з радістю їх е, зачитаємо та обговоримо. У вас лишилося буквально 4 хвилини. Отож, не зволікайте. А ми повернемося за декілька секунд. секунд. мудрый и примножить знания. А я нагадую, що свої запитання та коментарі ви можете писати під стрімом на сторінці Facebook, також у Viber і Telegram за номером 099 228 2808. І телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні 0800 -30 14 13. У нас ще один коментар є. Важливо полюбити важко полюбити ближнього, коли він думає по іншому чи по другу сторону лінії фронту. А себе ми любимо завжди, навіть коли помиляємося і робимо щось неправильно. Олександр. Ну, це не прозвучало як вопрос. Це не питання, це коментар. Ну, кожен має право думати так, як він хоче. Ну, ви з цим згодні чи не згодні? Ну, знаєте, деякі люди вважають, що любить ближнього це значить прийняти. Все мои, так сказать, заботы, всем, все мое добро, навязанное другому, это значит, что если я хочу причинить добро ближнему, он обязан это принять. Но здесь нет уважения к свободе ближнего, здесь нет подлинного видения ближнего. Когда ты научишься любить себя, ты увидишь, что ты очень ограничен. И, в частности, ты ограничен э, во взаимодействии с другими людьми. С одними тебе хорошо, с другими плохо. От одних ты хочешь принять помощь, от а других нет, а, с одними ты хочешь общаться, с другими нет. Тебе больно, например, от этого общения. И знаете, вот иногда нам кажется: ну как, я ж тебя люблю, ты должен меня принять, мою любовь. Там, там, я мама твоя, ты что? Ты хочешь от меня уйти? Как это вообще? Любовь э, дарит свободу и свободу выбора. И если ты действительно любишь ближнего, для тебя будет а, абсолютно нормально, если ты услышишь от него «нет, я этого не хочу». Не надо а, причинять ближнему добро. Дайте шанс выбрать ближнему, что он хочет. Ведь ближний лучше всего знает сам себя. А, и он, а, в общем-то, надо прислушиваться к тому, что он говорит. А, а какая вторая часть была вопроса? А, ну, там перша частина полюбити ближнього важко, коли він думає по-іншому чи по другу сторону лінії фронту. А, От як, як полюбити ближнього, коли, коли він апріоріє там твоїм ворогом, можливо? Ну, або ну, має кстати, інші цінності. В, Євангелії, в Євангелії, кстати говоря, сказано люби врага, але не сказано як самого себе. Угу. сказано «люби ближнего, как самого себя», и, а про врагов просто сказано «любите врагов Благословляйте, Благословляйте. Да. Но не сказано «как самого себя». То есть меньше трошки. Да, заметьте, эта разница есть. Во-первых. А во-вторых, э, вот тоже я в книге об этом пишу, о том, что если ты э, не понимаешь твоего ближнего, ты его не любишь. Точно так же, как ты, если ты не понимаешь себя, ты себя тоже не любишь. То есть всех любить невозможно. Ну, ты всех можешь понять, нет. Ты, ты себя не можешь понять, как ты можешь всех любить. И, и, и это страшная правда, страшная, потому что когда я предлагал людям подискутировать на эту тему, люди крайне были, э, ну, озадачены. Они, знаете, как вот все родители уверены, что они любят своих детей. Но если поспрашивать детей, очень мало кто из детей уверены, что их родители в итоге такие любят. Угу. То есть когда люди накажет, я всех люблю, то все пому... ну, Знаете, мама, жизнь. мне мамы часто говорят, я э, своего ребенка вообще не понимаю, но я, конечно же, его люблю. <laughs> не надо обманывать себя, это не так. Если угу. ты его не понимаешь, ты его не любишь, и все это факт. Ты не а... можешь любить и не понимать человека. Эфир добегает своего конца. Остальное вопрос перед тем, как мы вручим кому-нибудь эту книжку. Как зростати в любові. Ну, для начала купить книгу. Mm. <laughs> Приобрести ее можно. Можно связаться со мной через Facebook. Можно на Литресе найти эту книгу. Почитать. У меня есть там целый раздел, как расти в любви. Это процесс одновременно и сложный, и одновременно предельно простой. Знаете, вот мы похожи на то зерно, горчичное, помните, о котором говорил Христос, uh -huh. которое вырастает в огромное дерево, и в этом дереве птички там вьются и так дальше. Вот если ты горчичное зерно, мне не надо тебя учить, как тебе вырасти в горчичное дерево. Мне просто не надо тебе мешать это делать. Уже все, что тебе надо, есть у тебя. Просто заметь это, увидь это и умножай в себе эти таланты. Ведь талант — это нечто настолько уникальное, которое есть только у тебя. Этот набор талантов, который есть у тебя, он ни у кого больше такого нет. Ни у кого вообще. И тебе важно увидеть себя, познать себя. И тогда ты сможешь умножать свои таланты. Тогда ты сможешь расти духовной жизнью. Тогда ты сможешь развивать по максимуму свои добродетели. Дело в том, что в каждом из нас миллионы миллионов грехов, миллионы миллионов недостатков. Да мы ограниченные люди. Тут плюнь и все, и ты умрешь просто, потому что что-то на голову упало, тебе вот вышел там случился какая-то ерунда и все, тебя нет. Мы очень ограниченные люди. Мы такие вот ну как бы нежные существа, так что-то раз и все, у все, нас уже нет. Понимаете? И в нас куча недостатков, слабостей, и это нормально. И если с одной стороны миллионы грехов, если ты будешь в них влазить и пытаться свои слабые стороны увеличивать, никогда ничего не сделаешь. И у нас всего несколько-несколько талантов. Два, три, пять, да, там, как по Евангелию. Чуть-чуть у нас талантов есть. И наша задача увидеть то благое, что в нас создал Бог. Увидеть его и его умножать найти это хорошее, то, что от Бога есть у нас, и его сделать максимально хорошим. Вот такая вот духовная порада. И на останок, конечно, мы разыграем книгу «Люби ближнего, как самого себя». У нас есть три претенденты, Это Ирина, Александр и Михаил. Кстати, Михаил еще не дописал. «А разве я прежде всего не сын Бога? Ведь прежде всего Бог для меня отец. С удовольствием подискуртировал бы с вами на эту тему». Отже, кому з них ми даємо книгу. Ну, може, ти там первенство, хто там перший успів, так, мабуть, чесні буде. <гум> Ні, хто ну, Насправді, написав... чий коментар, чи запитання для вас було найцікавішим? тому можемо ну, Мені каже, Ірина. От вона там от так по справу. мені поділу. Ну, Добре. Чудово. Ірина. Тому ми вам передаємо цю книгу, потім зв'яжемося з вами після ефіру і передамо обов'язково. З нами був священник Антоній Добиденко, програма Духовні поради. Дуже вам дякую за те, що ви прийшли до нас у студію, подилися своїми духовними порадами. Лишайтеся на хвилях радіо ЕМ, попереду багато цікавого. До побачення. Кожна вчасна порада має велику цінність в ефірі Духовні Поради. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя. пишіть нам radio.m.ua Radio Радіо М. Про життя серйозно та да з гумором. РАДИО М.